правильное питание для похудения. Основные принципы. Выпиваем стакан воды перед едой за 15-20 минут. Дневная норма воды от 1,5 до 2 литров. В норму воды входит несладкий и зеленый чай. Калорийную пищу можно есть только до 12 часов дня. Все гарниры из рациона заменить на овощные. Исключить всякую гадость, типа сосисок, колбас и так далее. Это вредит как фигуре, так и вашему здоровью. Кушаем небольшими порциями через каждые 2,5-3 часа. Последний прием пищи за 3-4 часа до сна. Физические нагрузки, фитнес, тренажерный зал, кардионагрузки. Чаще ходим пешком, поднимаемся по ступенькам. Обязательно не менее 20 грамм полезного жира в день. Уменьшить или исключить потребление сладкого и хлебобулочных изделий. Замените фруктами. Делайте несложную утреннюю зарядку. Это помогает разогнать обмен ваших веществ. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!